Привет! Мы актеры сериала «Вокзал». Настало время снимать новые серии нашего сериала «Вокзал». Где же пройдут съемки? Или... Эфиопии. Так, Эфиопия. Может быть... Великобритания. Так. Или... Никарагва. А может это будет... Кувейт. О, ясно. Ну, сейчас узнаем, куда же нас, наш, так сказать, продюсер сериала, куда же нас отправит сниматься. Халк Смэш! Не надо ничего крушить, ломать. Халк хочет помогать им. Халк собрал других. Да. Я хочу крушить, ломать. Ну, хочешь крушить, ломать? Ну вот, освободи корабль для нас хотя бы от пиратов. Да, крушить, ломать пиратов. Корабль потопить, пиратов захватить в плен и закопать. Корабль готов. Он готов плыть к берегам Эфиопии. Да. Эфиопия, берега. Где тут берега у Эфиопии? Нету у Эфиопии берегов. Ты что, Халк? Великобритания, первый бал. Да. Ну вот. Ладно, корабль готов. Спасибо, Халк. Не за что, если что, зовите еще. Пока другие помогут. О, Бэтмен. О, я только что из Готэм-Сити. Мне срочно нужна помощница. Так, так вот, сколько тут помощниц. О. И 6-7 гномиков возьмешь? Гномики мне не нужны. Ты в пролете. Так. Почему вздыхаешь? А мне убираться еще надо, еще пыль вытереть, еще горох перебрать, еще. Короче, ладно, занимайся дома. Так, ну, а ты? Что? У тебя хвост? Что я с тобой буду делать, хвостатый такой? Ну, ребята, может, у вас есть какие-нибудь там актрисочки второплановые? Может, подкинете какую-нибудь? Ну, если ты найдешь страну, где снимаются, может быть. Вот. Ваши домохозяйки в Кувейте находятся. В Кувейте, слышал? Кувейт. А, зачем ты зеркало разбил? Это не я разбил. Вообще-то. Ладно, Кувейт первый балл. Бегемот, шоколад и бомбина. Да вот, бомбина. Вот там, где я родился и рос, там были пальмы повыше этой. Да? А где это было? Времена Александра Македонского. Где же пальмы растут? На острове растут, вокруг моря. Да? Где же тут страны, где пальмы растут? Ясно. Так. Так, будем искать. Не знаю, где тут пальмы растут. Я тоже не знаю. Так. 38 попугаев. Ну что, все в сборе? Все в сборе. Ну давайте пройдемся. Вокруг света. Поищем великую гигантскую стену. Она такая длинная, как мой хвост.
Также есть и сумо-рестлеры. Рестлеры сумо? Они такие жирные, как моя голова. А также негритята в Африке находятся. Они играют барабаны так само, как я. Африка? Эфиопия. Есть Африка. Первый балл Эфиопия. Кувейт — это Азия. Кувейт — это Азия, ясно. Не знал, что Кувейт — это Азия. Вот сейчас будешь знать. Ну ладно. Токс. Привет. 51. Чем мы можем вам помочь, ребята? Ну, я думаю, что ты, зеленый, можешь... Подписывать рельсы и шпалы для поезда. Да, который ездит в Лондоне. Так, Великобритания, второй балл. Ну, а ты, синий... Найди и обведи вагоны с песком у грузового поезда. Который отправляется в Эфиопии. Второй балл Эфиопия. О, да с удовольствием! Сейчас мы только... таксишку возьмем и отправляемся на третий поезд, который нас завезет в Кувейт. Да, потом в Кувейт поедем. Кувейт — второй балл. Ну все, ребята. Задача ясна. Да, все, и мы поехали уже. Космические пираты. А? Где же мелофон? Мелофон где? Не видели мелофон? Нет. Какой такой мелофон? Что за штука вообще, мелофон? Мелофон — это штука... У кота в сапогах, наверное, эта штучка. Не дам. Вообще-то я устал. Я иду спать. Куда, кошара? Спать ушел. А где мелофон? Мелофон отдавайте. Он спит. Ну, мелофон — это, значит, какой-то инструмент технический. Который находится у фиксиков. Может быть, там поищи. А кто такие фиксики? Большой секрет. Да? Ну, давай поищем. Есть тут фиксики? Фиксики, отдайте мелофон. Мы отдадим мелофон, если ты выучишь нашу азбуку. Ну, ладно, давай. Экран. Экран покажет наш веселый историй в журнале «Ералаш». Какой «Ералаш»? Вообще-то, надо снять с новой серии вокзала. Да? Ну, давай дальше. Весы. Так, кого мы тут взвешивать будем? Ключ. О! От гостиничного номера. Кувейте. Где мелофон лежит. О, Кувейт, третий балл. Ножницы. Поехали в Кувейт, там мелофон. Поехали, быстро. Супер Барби. Хо-хо. О, Трубадур. Привет. Получи азбуку. Ладно, красавчик, для тебя все что угодно. Вообще-то для нас. Фу, я думал, для Трубадура, ну ладно. Нифт-нифт, нафт-нафт, нуфт-нуфт. Ну и при чем тут свиньи, свиньи? Коська! Ты давай, ищи подсказки, а то покажу тебе кузькину мать. Волк! В лес отправлю, к волкам! Элли! Слышь-ка, Барби, иди-ка ты к своей Элли. Ой. Бронк Даша и Боря. По лужайке поскакать, ах, как нравится танцевать. И выучить буквы. Ну, давай, Боря. Экскаватор. И что мы с ним будем делать? Ты чего? Вертолет. О! Вертолет в Великобританию улетит. Это уже лучше, да. Третий балл, Великобритания. Клоун. Мы не клоуны, мы актеры вообще-то. Носорог.
Какие еще носороги? Откуда тут носороги у нас? Да, у нас буренки только. Бычок. Да, это про меня там. Можно я еще одну азбуку про меня? Ну ладно, Боря, давай. Козленок. Это мой друг Козленок, он там пасется. Причем тут? Ты кого козлом назвал вообще? Ребенок. Фонарик. Так. Воробей. Электричество. О, без электричества ничего не бывает, никаких съемок. Так что буква Э, 4-й балл, Эфиопия. Все, нашел подсказку. Иди отдыхай. Ну ладно. О, заяц, ты меня слышишь? Слышу, слышу. Ну, заяц, погоди. Сейчас выучу азбуку и догоню тебя. Эскалатор. Эскимо. Волк, не бежи только по эскалатору, а будет как в серии, где свинья у тебя появилась в ванночке. Волк. Виноград. О. Волк. Волк. Великобритания. 5-й балл обязательно. Ножницы. Нитки. О, будет как дворец технического творчества. Помнишь, как тебе кот прическу делали? Кот. Кит. Кот? Какой кот? Ты. Я. Кот Леопольд. Волк. Давайте жить дружно. Никогда! Схвачу вот этого, как его, зайца, тогда может быть. Пусть Бевис и Батхед выучит кота Леопольду азбуку. Ты что, издеваешься? Мы музон только слушаем. Мы только AC/DC, Металлику слушаем, понял? Мы музон слушаем, мы ничего не учим. Бевис и Батхед, давайте жить дружно. Давай музыку ставь нам. Два, мы двое, вторую песню быстро. Эх, кошара. Наша Таня громко плачет. Слышь, там, мячик уронили. О, он беспризорный. Беспризорный ее мячик. Давай, пошли за мячиком. Поиграем потом. Да. Алхаук, кот Леопольд ждет тебя. Крушить! Ломать! Нет, надо меня крушить! Давайте! Жить дружно! Чего? Кого тут можно крушить? Я пошел крушить! Куда он? У Халка кашель ужасный. Да, он пошел крушить там все. Да? Он кашлял, Халк. Да, я вот тут тоже вот летел и наткнулся на лунтиков. А когда мою азбуку выучим? Халк, ты где? Что надо, Бэтмен? Лунатики к нам заявились, надо их истребить. Халк рушить, Халк смэш. А как же жить дружно? Пусть Бомбина выучит азбуку кота Леопольда. Ой, да не повезло лунатику, ну ладно. Кастрюля. О, туда не надо, там пусто, там жрать нечего вообще. Ножницы. Даже бананов там нету. Ванна. О, я бы хотел. Не надо. Ванна мне напоминает болото. А в болоте жить мне неохота. Экскаватор. О. Так. Слушайте песни вы. Да. Вы четыре. Ну да, нас четыре точно.
що ж це відній пух? У нього жена і діти сам лапух. Перейшли цвіт. Ну давай поїщемо. Ефіопія. П'ятий бал. П'ятий бал Ефіопія получает. Ну вот. Привет. Привет, инопланетяне. Мелофон. Девочка, отдай мелофон. Быстро. Да, мелофон у тебя. Отдавай быстро его. Ну, Миша будет сердиться на вас. Там медведь, там русские медведи. Убежим. Убежим отсюда. Ой. Привет, Маша, мы из планеты 51, и мы прибыли, чтобы гостить вас. Да? Миша речать не придется? Нет, он не знает, кто такие пришельцы. Мы дружелюбные пришельцы. Ну ладно, давай. Ножницы. Так. Волк. Кто меня звал? Никто. Пошел вон. Эскимо. Это что такое? Такое лакомство холодное, чтоб... Ух ты, никогда не ел. Коза. Коза. О, ты на козу похож, у тебя рога. Что? Это мои... Это антенны просто. Да, это антенны. Ну, теперь вы можете послушать песенку какую-нибудь. Так, песни... Сколько 5 плюс 1? Ну, пятая песня и первая песня. А если 5 плюс 1, это шестая песня. О! Без начальника вокзал. Вот-вот именно. Да. Это про меня песня как раз. Я как начальник вокзала. А ты мой охранник. Мы идем. Ну куда же вы идете? Мы вас встретим в Кувейте. Кувейт. Шестой балл получает. Выучи последнюю азбуку Супер Барби. Да? Ну давай. Быстренько мы тут разберемся. Кот. Ой, котик, как я люблю котиков. Ах, обожаю. Эльф. А еще больше я сказки люблю про эльфов. Вертолет. Летит в Великобританию. Да. Шестой балл. Носорог. Так. О, я тоже полечу в Великобританию. Ну? Главный эксперт ждет вас. Да, мы тут потанцуем. А вы спросите главного эксперта. Ну, спасибо. Спасибо, кто пытался помочь нам. Так. О! Наследие Александра Роу. Морозко. Герои фильма сказки «Морозко». Поможете ли вы нам найти страну, где будут сниматься новые серии сериала? Вокзал. Мы вас отправим в Кувейт. 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 О! Точно арабская страна. Я думал, что Кувейт это Африка. Оказывается, Кувейт это Азия. Вот я в свои 40 лет первый раз узнал такую вещь. Ну что, разберемся, что такое Кувейт? Разберемся. Итак, актеры сериала «Вокзал» отправляются на съемки новых серий сериала в Кувейт. Может, там мелофон? Да, поехали, мы тоже в Кувейт.
поищем мелофон. Как раз Алиса тут находится.